дәстүрлі сабақта да бар. Бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Және оқыту үшін бағалау, және оқуда... Знания по новым технологиям. Учителя городских школ обсуждают плюсы образовательного ноу-хау. Педагоги, которые 3 месяца изучали кембриджскую методику преподавания, теперь делятся опытом с коллегами. Уникальность новой методики в том, что ученики на уроках делятся своими идеями, сравнивают знания, могут свободно общаться. Цель системы – развитие мыслительных способностей учеников. Научить ребенка мыслить и рассуждать поможет новый подход к знаниям. Теперь на уроках ученики делятся на несколько групп и обсуждают полученную тему. Оценивают их по 5-бальной шкале. Ученица 4 класса Улжулгаз Дюсинова уже освоила образовательную новинку и считает, что так гораздо интереснее учиться. Наш урок проходит в игровой форме. Мы с одноклассниками общаемся, обсуждаем. На таких занятиях мы получаем больше полезной информации. На сегодняшний день уже 60 учителей прошли обучение по новой методике. Специалисты от образования планируют направить на обучение следующую партию педагогов уже в марте.